ребят, всем привет! Сегодня у нас видеообзор. Приобрел себе новое оборудование для своего гаража, для своей мастерской. Давно уже не снимал видео, где я болтаю. Сегодня поболтаю с вами. Сейчас мы с вами вскроем новое оборудование, соберем его, пробежимся по техническим характеристикам и в конце, как и всегда, проверим оборудование в работе. Ну а вы не переключайтесь, налейте себе чайку или что-нибудь покрепче, а мы начинаем. Поехали! Ребят, коробочка очень хорошо сбита. Тут, я не знаю, гвоздей так по 5 в каждую дощечку, поэтому не буду я пользоваться гвоздодером. Скорее всего, возьму просто пилу, все это распилю и достанем оборудование. Ну вот, друзья, как вы и видите, все разобрали, и это станок, ленточный пильный станок по дереву PAPTEC BS312. Я его уже установил, поставил просто на тумбу. Ферекс, который я заказывал тоже у Москлада. Сейчас мы с вами все соберем, прикрутим станочек к тумбе, пробежимся по техническим характеристикам и, как всегда, проверим его в работе. Ну а первое, с чего мы начнем, это установим рабочий стол. Он у нас чугунный. А к нему нужно будет прикрутить вот такой вот поворотный механизм. Ну а для сборки у нас имеется вся фурнитура, все крепежные болты, гайки, винты. Друзья, обратите внимание, все смазано. Ребят, рабочий стол прикрутили, завинтили как смогли. Не забываем протереть транспортировочную смазку. Это обязательно. Потом вся фигня будет в нее залипать. А это нам не нужно. Поэтому все тщательно протираем с растворителем. Thank you.
Ну все, друзья, станок подсобрали и начнем с самого главного. А это электродвигатель. Ленточный пильного станка по дереву FabTech BS312. Мощность электродвигателя 550 Вт. По оборотам 1400 оборотов в минуту. Работает этот станок от сети 220 Вольт. Обратим внимание на шильдик на самом станке. И тут написано Motor Power 230 Вольт, 50 Гц, 0,8 кВт, то есть 800 Вт. Ну а на самом электродвигателе 0,55 кВт, то есть 550 Вт мощность электродвигателя. В комплектацию к этому станку шли рабочий стол с поворотным механизмом от 0 до 45 градусов, размер пильного стола 400 на 480 мм, упор, который регулируется, линейка, которая тоже регулируется от 0 до 60 градусов. Различный крепеж, при помощи которого мы все это подсобрали, прикрутили, привинтили. А также инструкция по эксплуатации. Все на русском языке. Все доступно и понятно. Рядом с двигателем, левее, имеется патрубок для аспирации опилок. Здесь же имеется очень удобный механизм натяжки ремня. Сверху мы можем наблюдать механизм натяжения ленточно-пильного полотна. Расслабляем вот этот вот барашек. Маховичком вот этим, который установлен сверху, вот он. Подтягиваем или ослабляем в зависимости от ширины полотна. И вот этим вот барашком опять фиксируем. Здесь у нас имеется градация. И в зависимости от ширины полотна мы устанавливаем нужное нам значение. Правильную натяжку для этого полотна. Ну а сейчас, друзья, мы откроем две дверцы ленточно-пильного станка по дереву FabTech BS312 и посмотрим, что там под этими дверцами. Сразу обратим внимание, на навесах стоят резиновые колечки, которые дают мягкость открывания этих дверц и нет никаких скрипов. Можно не смазывать смазкой. Открываются эти дверцы при помощи широкой отвертки. FabTech BS312. 312 – это диаметр маховиков. В данном случае в верхнем отсеке ведомый маховик 312 мм в диаметр. Здесь же мы видим уже подробнее механизм натяжения ленточно-пильного полотна. Чуть выше у нас установлен концевой выключатель. То есть, открыв дверцу, станочек остановится. И все это сделано для нашей безопасности. Длина ленточно-пильного полотна, который устанавливается на этот станок, 2240 мм. А ширина ленточно-пильного полотна, устанавливаемого на этот станок, варьируется от 6 до 15 мм. Конструкция проката ленточно-пильного полотна очень надежна. Обратите внимание, все тут регулируется. И никаких роликов. По 3 подшипника. Раз, два и третий подшипник сзади. Также и снизу. Все очень надежно. На раме станка очень удобно расположены две кнопки. Кнопка включения и кнопка выключения электродвигателя станка. Рассмотрим нижний отсек. Откроем нижнюю дверцу. И тут у нас тоже все просто и понятно. Ведущий маховик, диаметр которого 312 мм, механизм натяжения приводного ремня, имеется ролик натяжения, шкив у нас двухручейковый, а значит у нас две скорости, и мы можем ее менять. Или 350 метров в минуту, или 720. Для этого на задней стороне дверцы имеется вот такая вот табличка. Также обратите внимание, имеется концевой выключатель и установлена щетка, которая сметает опилки с маховика. Сам станок FabTech BS312 весит 70 кг, без каких-либо тумб или же подставок. Думал сначала сварить под него подставку, но потом решил приобрести у Моссклада тумбу Ferrex. Она недорогая и все эстетически красиво выглядит. А это тоже немаловажно для моей мастерской. Друзья, ранее я вам сказал, что стол регулируется от 0 до 45 градусов. Но помимо всего прочего, его можно отъюстировать при помощи вот этих вот самых винтов. Я его уже отъюстировал. Сейчас он стоит четко. Четко в 90 градусов относительно ленточно-пильного полотна. Все планки и линейки четко относительно плоскости рабочего стола. А
А на патрубок аспирации, который я говорил диаметром 100 мм, можно установить переходник под обычный пылесос, чтобы не было лишней пыли и опилок в мастерской. Максимальная высота заготовки, которую может отрезать этот станок, 180 мм. А максимальная ширина доски, которую он может отрезать от рамы до полотна, 305 мм. Да, друзья, не помню, сказал или не сказал, что дополнительно в комплектации к станку шла вот такая вот пластиковая полезная штучка, при помощи которой мы уже будем направлять в сторону реза деревянные детали или же заготовки. Друзья, в принципе, все основное по ленточно-пильному станку по дереву Fabtech BS312 мы с вами разобрали. Более подробную информацию вы можете получить, пройдя по ссылкам, которые я оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Там я оставлю ссылочку на сам станок, на тумбу, ну и общую на весь сайт, где вы можете подобрать для себя что-то полезное. Ну а сейчас мы с вами перейдем от теории к практике и попробуем на нем что-нибудь деревянное распилить. Друзья, не стал больше ничего резать, в видео видно, что станок справляется со своей работой просто на ура, просто отлично. Древесину режет как по маслу, да и вообще исполнение станка просто супер. Лакокрасочное покрытие тоже отличное, станок хорош, и я его рекомендую к приобретению. Ссылочки на сам станок, на тумбу и интернет-магазин Москлада будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Так что проходите, выбирайте и приобретайте. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока!